Вышло новое обновление 16.0 в мемом плейграунде, но перед тем, как я тебе расскажу об этом обновлении, подпишись и поставь лайк. Я тебе даю ровно 3 секунды, чтобы это сделать. И нас встречает, конечно же, новое голосование. Итак, у нас есть ролики. Ролики, в принципе, неплохо, но, как по мне, это скучновато. То есть, как по мне, ролики будут занимать всегда последнее место, и это достаточно неинтересно. Кстати, ребята, появились промокоды на ножи. Все промокоды будут закреплены в комментарии. Не упусти свой шанс. Бомба с таймером. В принципе, неплохо. То есть, ты ставишь бомбу, у тебя появляется на экране, допустим, счетчик. Ты задаешь значение, и через это время она взрывается. Очень круто, если бы добавили. То есть я бы добавил еще тайм с бомбой. И вот пылесос, это просто имба. Как у вас есть огромное количество мусора на карте, ты берешь пылесос, и он просто пылесосит ненужные тебе вещи. По задумке очень прикольное, как по мне, обновление.